Иди, мой хороший. Хороший, хороший. У нас новое пополнение. Вот такой вот щеночек московской сторожевой собачки. Такой пушочек-пушочек. Мягенький вообще лапочка. Сейчас на инкубационном у нас периоде. Нужно же прививочки поделать. Ему сейчас 1,5 месяца. Но это он уже живчик. Мы когда его взяли, он был меньше. Не было времени просто показать вам, какой он был. Тогда, как только мы его взяли, ему был ровно месяц. Сейчас уже еще 2 недельки прошло, как он у нас, и он уже так подрос, уже хоть видит нормально. А раньше еле теми глазками что-то понимал, смотрел. Такой вот малыш. Точечки вот начали появляться. Ну куда ты меня кусаешь? Только мы его взяли, принесли. Он, ну мы же чужие для него. Он гавкал, рычал на нас, да? Заходим в комнату, он постоянно рычит и гавкает. Ну, потом привык, уже все, на второй день мы были с ним уже друзья, он бегает за ногами, кусается, играется. Такой вот, зубы острые вообще. Тут у его места, он приносит сюда все свои игрушки, это кусочек линолеума отрезали. И он приносит сюда все приносит, да, кусачка. Кусачка, скоро будем делать прививочки, идти будем гулять на улицу, знакомиться с большими собаками. Да, с большими будем собаками знакомиться. Такой чистюля, моется всегда. Такой вот, смотрите, какой малыш. Малышек мой, да. Назовем его Каратиком, да? Красавчик. Тьфу на тебя, такая лапочка, да? Лапочка, лапочка. Бежим, 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 бежим. Какой, какой шустрый. Он всегда бегает, скачет, вообще непоседа. Непоседа такая, кусючая. Кусючая непоседа. Да? Охранником будешь хорошим, да? Хорошим будешь охранником. Мягенький-мягенький. Такой пушок вообще классный. Да, вот такое вот у нас пополнение небольшое. Да, малыш? Да? Давай гавкай. Уже все? Уже все, уже не гавкает. Уже говори, я знаю, что это мои. Говори, знаю, что это мои хозяева, уже все, мы не гавкаем. Смотрите, какая мордочка, такая голова у него большая, квадратная, твердая, зубки острющие, вообще острющие. Ай, сразу, зараза, укусил меня, так больно придавил. Ушки, смотрите, какие у него ушки большие. Какая собатюка, собатюра просто. Моя Масечка, моя любимка новая, новая любимка, новая. Ой, вообще невозможно тут что-то делать, он сразу же подходит, начинает за ногами бегает, прыгает, кусает, царапает своими зубами. Зубы молочные, еще совсем молоденькие и настолько острые вообще. Нет, это давай за эти ноги кусать, царапать, тапочки, все вытаскивает. На утро, когда просыпаешься, здесь такое творится, что просто он все повытаскивает, все в свое лежбище притянет. Вот такой вот вредный, такой вот он вредный, да, вредный. Пришлось позалаживать все щели под столом, под шкаф, иначе он везде залазит, потом вылезти не может. Жопа такая большая, да? Ну стой, мне же неудобно тебе показать. Ну куда ты? Ты же видишь. Ты не попадаешь, не попадаешь в камеру, не попадаешь. Я тебя сейчас укушу. Ты смотри, какой. Какой кусючка. Так что вот такой вот у нас, друзья, новый малыш. Ставьте лайк, кому нравится вот этот вот живчик. Вот этот вот живчик. Ставьте лайки, кому нравится. Вот такой мальчик. Такой пушок. Такая мордочка, да? А глазки такие у тебя, да? Красавчик. Красавчик такой, красавчик, да? Да, попрыгнул, побежал. Ну все. Кусака, ох и кусака, да. Уже хоть живенький стал, как только взяли, вообще не соображал ничего. Наверное, только оторвали от мамки, да. А сейчас уже он повзрослел немножко, уже стал такой молодой человек. Такой молодой человек стал такой. Такой молодой. Молодой. Хороший мой. Осторожно.
как кот теми задними лапами. Да, 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 вот такой, вот такой, вот такой. Лохи-поп, кручун как. Кручун, кручун, да. Вот так, динь-динь-динь-динь-динь. Кусался, 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 да. Ох, из люка, наверное, вырастет. Ой, вырастет, такой будет говкучий. Да. Вот такой вот у нас новый малыш.